Эстафета Олимпийского огня все ближе к городу воинской славы Брянску. Уже официально объявлено, что частичка Олимпийского пламени прибудет в наш город в среду 15 января. Огонь привезут на поезде на вокзал Брянск-1. Далее факел пронесут по всем районам города. Утвержден и маршрут огненосцев. Его общая протяженность составляет 36 километров. Колонна эстафеты будет проходить по культурным, историческим и спортивным достопримечательностям города. По маршруту пробегут 210 факелоносцев. После встречи огня на станции Брянск-Орловский факелоносцы пронесут огонь по улицам Калинина, Фокина, проспекту Ленина, улицам Дуки, Бежецкой, Ульянова, 22-го съезда КПСС, Литейной, 3-го интернационала, Комсомольской. В Бежице на площади Ульянова с 17.20 до 17.45 состоится праздничная встреча эстафеты Олимпийского огня на площадке Брянск «Город мастеров». Далее огонь проследует по улицам Бежецкой, Объездной, Авиационной, Красноармейской на 2-й Брянск и затем вернется обратно на улицу Калинина. И далее по лестнице бульвара имени Гагарина на стадион «Динамо». Там в 20.50 уже будет идти большая концертная программа. В соответствии с постановлением властей на всем протяжении огненного путешествия будет остановлено движение всего транспорта, кроме оперативных служб. Ограничения снимут сразу после прохождения праздничного кортежа. Дороги начнут перекрывать с 12.30 от улицы Никитина до Урицкого. Далее каждый этап эстафеты Олимпийского огня – это 2 часа простоя транспорта, соответствующего маршруту эстафеты. В связи с вводимыми ограничениями мэрия просит жителей Брянска воздержаться в указанное время от поездок или планировать выезд заранее, также не оставлять транспорт на проезжей части. Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии 72 15 73 8 900 369 55 55. Телефоны будут работать 14 и 15 января.